Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Национальной гвардии. На сегодняшний день Федеральная служба войск Нацгвардии Якутии полностью сформирована и выполняет поставленные задачи. Дата 27 марта выбрана не случайно. Ранее это был день внутренних войск МВД, на основе которых были созданы войска Национальной гвардии. Также в ее состав входят отряды СОБР и ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиаподразделение Министерства. Своему призванию и присяге военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по республике Саха-Якутия являются надежной опорой и достойными продолжателями славных боевых традиций. Уверен, что вы и впредь будете твердо стоять на страже закона, с честью выполнять задачи по укреплению правопорядка и общественной безопасности. Общественный порядок, криминогенная обстановка в республике находится под контролем. Благодаря четкой организации работы, отлаженному внутри и межведомственному взаимодействию обеспечено своевременное и адекватное реагирование на обстановку. Сотрудники ОМОН, СОБР принимают самое непосредственное участие в обеспечении безопасности в ходе проведения всех массовых мероприятий, проводимых на территории республики.